Комбинезон, куртка, ремень и краги – так называют защитные перчатки для огнеборцев. Помогает надеть офицер. Вещи пахнут дымом, сразу чувствуется, не раз побывали в бою. За спиной тяжелый баллон со сжатым воздухом. Экипировку спасатели надевают за считанные секунды, а вот мы кое-как уложились 5 минут. Первое испытание – войти в горящую избу. Теплодымокамера – своего рода тест на профпригодность. К слову, это один из обязательных комплексов для тренировки пожарных. С помощью него отрабатывают психологическую устойчивость и проверяют реакцию в экстремальных условиях. Войти в дым – строго и кратко звучит задание главного инструктора. В лабиринте кромешная темнота, подвой сирены и крики людей о помощи. Необходимо быстро найти дорогу и преодолеть все препятствия. Главное не сбить дыхание в противогазе. Видимость практически нулевая. Выход за тобой! Выход за тобой! Запаниковал, провалил тест, а в жизни и сам погибнешь, и людей из пожара не выведешь. Там был дым, там была темнота и определенный страх. Ну вот я люблю побороть свой страх, поэтому, ну вот... Мне казалось, на полпути нас сейчас оттуда откроется дверь, будет светло, нас выпустят, а ничего подобного. Тренировки максимально приближены к реальным условиям на пожаре. Тут и общая физподготовка, и работа на высотах. Вот так, например, поднимаются пожарные в корзине стрелы на многоэтажку. Высоты уже не боятся. Спецодежда пожарных тяжелая, в ней очень жарко. Вот, например, такой костюм, как на мне, весит 17 килограмм. В таких условиях спасатели работают каждый день. Вот только пожар у них не искусственный, а настоящий. Все оборудование очень тяжелое. Направлять гидранты на уровень 3-4 этажа весело лишь до поры, пока не осознаешь, что пожарные живут так каждый день. Характер, чтобы не отступить назад. В принципе, как везде в нашей погоде. Ну и физподготовка, само собой. Самое главное – характер, морально-волевые качества. Не поддаваться панике. Собственно, все. От поиска пострадавших в дыму, непригодной для дыхания среде, до ликвидации последствий ДТП, эвакуации. Из покореженных машин, эвакуации с высоты. Только в этом году в крае спасатели потушили более 10 тысяч пожаров. Каждый день их рабочая смена – это бег за временем, важно успеть. Ведь не только минуты, но и секунды имеют значение, когда речь идет о жизнях людей. Призвание спасать – дело тяжелое и гиперответственное. Проверено толком. Мария Микшута, Александр Антропов.